28-я республиканская выставка-ярмарка «Солигорская палитра» начала свою работу сегодня во Дворце культуры Солигорска. С 12 по 16 декабря лучшие продовольственные и непродовольственные товары по приятным ценам ждут солигорчан. Чем радуют предприятия и организации местных жителей в этот приезд, узнаете из сюжета. 28-я республиканская выставка-ярмарка «Солигорская палитра» официально распахнула свои двери для горожан и гостей шахтерской столицы. Уже по традиции порядка 30 участников выставки привезли в Солигорск продовольственные и непродовольственные товары. Богатый выбор пряностей и ароматного чая, восточные сладости, сухофрукты и лечебные бальзамы. На втором этаже Дворца культуры вы найдете эти товары в широком ассортименте. Всегда пользуется спросом покупателей мед. Пасечники из Беларуси радуют богатым выбором сладкого и полезного лакомства. Зима еще только вступила в свои права, потому очень много покупателей у рядов с шапками, перчатками, куртками и дубленками. Выставка-ярмарка «Солигорская палитра» обычно привлекает широкий круг покупателей, ведь многие солигорчане стали здесь постоянными покупателями, оценив приемлемые цены, широкий ассортимент и качество товаров. Непродовольственная группа товаров также представлена полотенцами с символом будущего года, украшениями из камней, бельем, одеждой и обувью белорусских и российских производителей. На многие товары покупателям предлагают хорошие скидки. На Солигорской палитре можно приобрести товары для дома, а также подарки на Новый год. Приходите, замечательное настроение и отличные покупки вам будут обеспечены. Значит, в рамках выставки на открытии выступил фольклорный ансамбль народной песни «Веселуха». Также в рамках выставки совместно с Солигорской детской школой искусств мы проводим конкурс детского рисунка «Зимние забавы». По итогам конкурса в конце выставки в 4 номинациях деткам будут вручены подарки от Минского отделения Белорусской Пирожной палаты. Это наборы сладостей, конфет. Так что мы поздравляем еще раз жителей и гостей города Солигорска с замечательным событием. Всегда рады к вам приезжать в этот гостеприимный город. Приходите сами, берите с собой друзей и удачных вам покупок. 28-я выставка-ярмарка «Солигорская палитра» работает с 10 до 19 часов. С 13 по 16 декабря во Дворце культуры Солигорска. Торговые ряды расположены на обоих этажах.